И всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Шиморо, а мы продолжаем играть в Trove. И сегодня я решил все-таки посмотреть на новый класс, так как у нас появилась монетка. Спасибо вам за ваши отзывы. Всем, как я понимаю, нравятся разные классы, то есть у всех свои вкусы и предпочтения. Ну, я решил выбрать, на самом деле, бумерангера, ребята, посмотреть на него, так как класс может носить два вида вооружения. Соответственно, мне это интересно, в принципе, то есть можно разнообразить свой геймплей. И он вроде бы как... довольно интересен, но вообще в скиллах и всем прочему, поэтому я решил посмотреть на него вместе с вами, естественно, показать вам. И давайте посмотрим, без всяких лишних слов, открываем себе монетку класса и берем первым бумерангера. Я не хочу, конечно же, много классов, но хотелось бы, конечно, посмотреть... на то, как себя поведет данный класс. Соответственно, у нас какой там первый уровень. Пойдем сейчас в Adventure Portal. У нас тут Practice Bow. И все, да, больше ничего не дается. Шляпы у нас нет, предметов тоже. Это выбивать нужно все заново. Ёлки-палки, ребята. Вот такой класс у нас получается. Правой кнопкой мыши активируется у нас скилл. Насколько я понимаю, это как раз сам бумеранг. Первый и второй у меня не открыто. Давайте я сейчас... два чиста открою, да, заанлочил я два чиста. Беру фласочки, соответственно, и побежали ребята сразу же в Home World. Посмотрим, что может... А, подождите, нет, еще не все. Давайте в первый портал сходим. Collect Radiant Shards. Давайте посмотрим, что у нас получается. Посмотрим, насколько эффективен будет и суров наш бумерангер, дорогие друзья. Что из себя он представляет, естественно. Посмотрим на его скиллы, обилочки. Быстренько пробежимся. Ну, теперь мы с опытом, как бы я быстренько пробегусь по всему, что мне нужно. Вот у него начальный маунт. Подождите, у меня же маунты есть разные. У меня же есть уже маунты. Наверное, они для всех, да? Да, все верно. Мы ставим лисичку ему маунта. Здесь костюмчик мы никак не можем ему изменить. Левел 10 бумерангер вот нам дается. Соответственно, пойдемте быстренько в дом. Бежим на лисичке на нашей быстрой. Вещей у нас нет. Хорошо. Хорошо, ладно, я понял. Но сначала нам нужно нашему бумерангеру, ребята, с вами... так, посмотреть прическу. Прическу какую-нибудь интересную. Леди, не леди, драгон меня интересует. Робот. Драгон. Или, нет, призрак-пират тоже неинтересно. Стиль прически, значит, будет у нас какой-нибудь... What the fuck, nigga? Не, вот так вот сделаем. Значит, все, бумерангер будет у нас такой вот черный, соответственно. Ну и давайте посмотрим на его скиллы вообще. Пробежимся по первым подземельям. Так, бомбочки у нас вроде бы есть. Я бомбочки сейчас переставлю в другой слот. А, еще есть один сундучок. Давайте посмотрим. Ну, здесь ничего интересного. Хорошо, давайте пробежимся. Давайте пробежимся, посмотрим, как вообще играется этим классом. Выбьем мечик, поставим ему мечик, естественно. Так, хорошо, первый бомжик. Так, хорошо. Давайте, дамажим. Ну, выстрел, выстрел, понятно. Здесь все понятно. Правой кнопкой бумеранг. Бумеранг, насколько я понимаю, откатывает нам скиллы немножко. Так, тихо, 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 назад. Назад, назад, в упор не бьемся. Прыжки у нас вроде бы... есть изначально. Так, стопэ. Спокойно. Опа. Хорошо, собираем, идем. Левел быстро должен первый. Первые левела должны быстро вкачиваться. Ну и, соответственно, ничего страшного. Ничего страшного не будет в том, что мы сейчас покачаем бумерангера. Так, хорошо. Вот сюда вот вниз идем. Угу, я понял вас. Даю бумеранг. Бумеранг дает станчик. Мне нужно постоянно танцевать рядом с противником. Видите, какая ситуация? Так, спокойно, 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 спокойно. Пьем, даем бумеранг. Бумеранг прошел мимо, бумерангом нужно попадать. Это очень важно. Мы получаем левел, ребята. И где-то... босс, что ли, провалился у нас? Я не понял. Куда это ты провалился? Я с тобой воюю. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Дамажим, отходим. Дамажим, отходим. Правой кнопкой мыши попадаем бумерангом. Он входит в стан. Бумеранг нужно использовать, как я понял, как можно чаще. Уходим от огня. Прожимаем хпшечку, дамажим, дамажим, дамажим. Накидываем, накидываем. И получаем левел, дорогие. Квест completed, точнее, левел мы и так уже получили. Так, спокойно, давайте разберем все, что... И у нас получается новый скилл бомба. А, бомба закладывается вот таким образом. Ага, хорошо. Хорошо, мы выбиваем что-то. Minor Jug. И у нас есть меч. Давайте я возьму меч. Поиграю бумерангером с мечом. Ух ты! Интересно, смотрите, третий удар, он делает АОЕ-атаку вот такую. Интересно, интересно, ребята. И можно сменить лук всегда, да?
Почему-то у нас лук на R встал, но я сменить его не могу почему-то переменить. Хорошо, ладно, давайте, побежали в следующий данжик сразу же. Третий уровень у нас получается. Так, характеристики. С характеристиками все в порядке. Так, давайте-ка я вот здесь вот бомбану. Ресурсы заберу, пускай будут. И побежали сразу же дальше в следующий портал. Ну чё, маленький, понеслась? Понеслась, давай, крути, крути меня, ломай полностью. Так, хорошо. И в упор, в принципе, дальность атаки нормальная такая у меча. Единственное, почему-то я замедляюсь постоянно. Я не понимаю, в чем дело после удара. Вот, каждый раз, когда я бью в мели, у меня немножко замедление идет. Но, в принципе, все в порядке, это терпимо. Закладываем бомбочку вот здесь. Даем правой кнопкой... А, стан и бомба. Вот так нужно играть, как мне кажется. Там пацан какой-то прибежал. Стан и после этого бомба, насколько я понимаю, если правильно... Так, вот так вот. Так, стопы. Интересный, интересный класс. Интересно. Я пока не видел третьего скилла, но геймплей мне, в принципе, понятен. То есть ты даешь стан, а если я ошибаюсь, можете меня поправить, ребята, так как я первый раз играю за бумерангера, посмотреть очень сильно захотелось. Так, два меча мы выбиваем, соответственно, да? И что за мечи нам даются? 32, атак спид меньше, movement speed. Оставлю, наверное, свой. Minor Strove. Вот, пожалуйста, у нас выбито. Выбит сундучок получился. Хорошо. Хорошо, побежали сразу же в следующий данжик. Какой у нас левел? Четвертый. Вот здесь отображается левел. Все верно, то есть вот четвертый левел. У меня почему-то на моем неоновом ниндзе левел неправильно отображается. Там написано 14, а у меня 17. Это очень странно. С чем это связано, тоже никак не могу понять. Ладно, если что, разберемся. Так, давайте. Давайте дамажить. Вот как он медленно дамажит. Почему-то замедляется немножко персонаж. Я не знаю, с чем это связано, опять же. Это, скорее всего, от скилла зависит, но я разберусь. Тяжело, конечно, вот так вот разбираться сразу на ходу, но будем это делать. Так, хорошо, давай. Давай, правая кнопка мыши. Начинаем дамажить, накидывать. Ага, отлично. Пробегаем дальше и посмотрим, какой монстр нас там ждет. Ну, все такой же, все такой же. Станем его, значит, давайте. Станем его и даем бомбочку. Да, и он получает взрыв. Хорошо, продолжаю накидывать ему. Дамажит очень медленно как-то, я не знаю почему. Так, хорошо, хорошо. А, он при ударе замедляется, то есть удар и замедление идет. Угу, я понял, так что там? Шапка какая-то выпадает. Отлично, наконец-то есть хоть что-то. Вон такая шапка у нас. Так, отлично, и еще одна шапка, ребята. И еще что-то падает. Лук, лук не интересует. Шапка, вот эта шапка мне интересна больше. Такая шапка, кстати, у нас была. Ну, давайте просто применим какую-нибудь шапочку к бумерангеру. Ну, раз он нубасик, будет с банановой кожурой, значит, бегать у нас. Так, хорошо. Левел мы получили. У нас левел теперь, ребята, с вами пятый. И мы можем пройти дальше, но у меня нет еще маски. Поэтому давайте-ка я еще в этом данжике побегаю. И у нас появляется новая обилочка, ребята, с пятым уровнем. Сейчас мы ее с вами чекнем. Пробежимся сначала туда. Пробежимся дальше, посмотрим, что там за боссы нас ждут. Magic Find у нас копится, в принципе. Так, 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 я не вижу, чтобы здесь кто-то был. Наверху, что ли, блин? Эй-эй-эй, нет, там дерево. А, вот сюда, давай. Запрыгиваем вниз, всех, естественно, мобов пропускаем, они нам не нужны. И забираем короля грибов. Даем ему единичку. Даем вот таким образом. Так, подождите, а второй скилл как у нас работает, непонятно пока. Надо почитать. Ну не страдай же. Сейчас проверим, как работает второй скилл. Забираем здесь. Отлично. И что у нас там? Head, да? Что можно поменять? Physical damage. Physical damage. Меняем дубиночку. А здесь head, посмотрите, максимум и health regen, но movement speed уменьшается. Лучше пусть health regen и все остальное будет. Так, а что у нас здесь? Throws of mysterious urn to area damage and a random bonus. А, рандомный бонус получается в зоне. Так, тихо. Вот курочки, видите? И вот на лицо мы получаем маску. На лицо мы получаем первую маску. Так, ну у нас уже есть маски, соответственно, мы что-нибудь возьмем. Что-нибудь возьмем, запилим. Давайте сразу же сделаем. Вот, например, такую вот. Search Spectre. И что-нибудь по вкусу. Dragon. Вот так вот сделаем, наверное. Dragon. Dragon face. Какой-нибудь льво. Fucking crazy shit.
Так, нормально, хорошо. Давайте дальше. 10 уровень попробуем получить с вами. Здесь, в принципе, дамажится нормально. Эти монстры нам уже никакой угрозы не составляют, поэтому я просто делаю ТП-шечку. Делаю ТП-шечку и полетели дальше. Полетели в новый портал. Нас интересует новый портал. Там забиндим себе домик, соответственно, и пройдем дальше. Так, лисичка моя. Какой у нас здесь портал? Adventure Portal. Левел 4-5. Давайте его возьмем. Левел 4-5 портал берем и посмотрим, что там происходит внутри. Так. Где у нас домик? Дом сейчас забиндим себе. Опа. Восполняем фласки сразу же. И побежали быстро, не теряя времени, идем дальше. Не теряя... Еще нужно будет пофармить, блин, блоки разные. Черт подери. Ладно, попрыгали. Попрыгали дальше, посмотрим, что там будет. Так, хорошо, двигаемся, двигаемся. Вон там у нас какая-то базецкая... Какая-то базецкая у нас здесь и есть. Так, спокойно, забегаем. Забегаем внутрь. Забегаем, залетаем и убиваем вот эту вот гадость. Надеюсь, у нас пойдет здесь. Так, урну ставлю бомбу. Даю бумеранг. Ой, как нифига себе он дамажит, ауешит, ребята. Вот это класс. Вот это класс вообще. Бумеранг снова пошел. Изи, просто изи, ребята. Изи каточка, посмотрите, что происходит просто. Невероятно. Очень здорово. Очень быстро я разобрал большое количество противника. И, соответственно, забираю пилюлечки. Выпрыгиваю и ставлю себе Physical Damage, Maximum Energy Regeneration. Но атак спид, видите, нет атак спида. Черт подери, ну ладно, с этими вещами мы разберемся. Скорость передвижения у нас тоже довольно низкая, но ничего, побежали сразу же в следующий данжик. Какой левел у нас там? 6-й, да? Скоро будем менять уже подземелье, быстро я расправился, видимо. Так, давайте вот сюда заходим. Вот сюда заходим и убиваем вот этого пацана. Сразу же ставим урну с рандомным бонусом, хорошо. Даем единичку бомбу. Вот это разрыв получается, посмотрите, и у меня цыплята выбегают. И GG. Что-то изи как-то после неонового ниндзя, ребята. Что-то как-то изи слишком. Ну-ка. Так, шляпа рейр. Конечно же, к movement speed. Атак speed. Вот что мне нужно. Но максимум health. Давайте я лишу себя максимум health. Во, нормально. Скорость атаки это тоже очень важно. Хорошо, что у меня уже есть маунт. И идем сразу же в следующий данжик. 6-й уровень у нас. Там, по-моему, 7-й или 8-й у нас следующий подземелье. Но в любом случае нам нужно сейчас набить оружие нормальное, чтобы прийти туда достойно, скажем так, да? Даже не знаю, какую палку ему дать. О, вот эту возьму. Вот эту палку с неонового, по-моему, у меня она, да? Так, вот здесь. Вот здесь где-то. Ну-ка, где твой хозяин? Где твой хозяин? Иду вскрывать его. What the fuck? Так, хорошо, нормально. Так, вот так вот делаем. Так, даем бомбочку, ставим, отходим, даем бумеранг. Отлично. Отлично. Начинаем надамаживать. Надамаживаем крайне плотно, значит. Даем бумеранг. Все, ты встань, маленький. И минус. Милишная, кстати, атака мне очень нравится. Надо будет потом с лука поиграть. Лук выбью, потом проверю. Ой-ой-ой-ой-ой. Лучецкий какой-то выпадает. Да, Лучецкий у нас? Да, лук, physical damage, movement speed. Давайте с Лучецкого поиграем, попробуем. Все равно стиль интересно сменить. Но у меня, кстати, луков вообще нет. Только дефолтный. Черт подери. У меня скинов для лука нет. Елки-палки, надо это все перерабатывать. Так, хорошо, пошли. Пошли дальше сразу же. Пошли дальше, не будем терять времени. Ну что, маленький? Давай, на тебе бумеранг. Кстати, с лука довольно благоприятно играется. Мне очень нравится. Видите, разный геймплей можно, получается, использовать в разное время. Это круто. То есть можно и пострелять, можно и повоевать. Так, давайте, даем рандомный бонус, даем единичку. Так, отлично, отлично. Просто прыгаю и стреляю. Елки-палки, изи-каточка. Изи-каточка. Маска какая-то классная. Так, хорошо. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Чё там выпало? Что там выпало? Эпик мили дэмэдж. Конечно же, берем эпичный. Эпичный мили дэмэдж. Черт подери, маска, movement speed, attack speed. Классная маска, кстати, выпала. Ребята, прям новый вздох, новое дыхание. После неонового ниндзя как-то... Я не хочу сказать, что неоновый ниндзя плох. Он очень быстрый, интересный, маневренный. Но, елки-палки, крайне приятно стало. Так, давайте я вернусь-ка на базу. Так, вот здесь кто-то дом себе застроил. Я вот хочу что-то типа такого сделать себе в доме, то есть сделать какую-то пирамиду.
интересную, да, с двумя этажами. Это было бы классно. Я пока не знаю, как это проработать, как это продумать лучше будет. Но я думаю, мы с вами сделаем это. Строительством потом займемся. Так, вот так вот. Домик ставлю. Так, хорошо. Давайте сразу же я в лут-коллектор скину то, что мне не нужно. И переработаю, соответственно, это все. Маски всякие классные здесь. Ёлки-палки, навыпадало. Так, довольно круто получается. Эксепт. И в переработочку это все, весь этот трэш. Минджар тоже нужно, конечно же, убрать. Так, хорошо. Хорошо, давайте посмотрим, что там. У нас есть первый эпик. У нас есть... Ну-ка, что за маска вообще? Вот это круть! Ребята, лайк просто. Как вам маска? Дичайше крутая маска у меня выпадает. Я безумно доволен. Еще бы рога красные мне найти. Ёлки-палки. Нет, с грибком на голове как-то... Как-то не очень. Что-нибудь такое. У меня ничего нет, видите, такого прям под цвет. Во. Сэр-убивец. Черт подери. What the fuck crazy shit. Так, хорошо. Очень нравится класс. Имбовый прям вообще жесть. Мне, ну, не имбовый, а им легко играть. Пока, по крайней мере. Я не знаю. Ну, не то чтобы даже легко, быстро им играть. Вот. Продамажить-то его могут в любой момент, насколько я понимаю. Давайте еще по склепам пройдемся. Давайте еще по склепам, по андедам пройдемся и сделаем там свои выводы. Нужно десяточку, десятый левел нам с вами взять сейчас, чтобы было эффективно. Блин, черт подери, крутяк, крутяк. Так, тихо-тихо, спокойно. Так, дали бомбу. Рандомный эффект есть, бумеранг даем, хорошо. Все прожимается, у нас все скиллы работаются. Отходим отсюда. Отходим отсюда и забираем то, что нам нужно. Ну как медленно ты рубишь-то, а? Разгон у тебя какой медленный. Так, что у меня там по вещам? Что по вещам? Рейро. Ну все, это все уже фигня пошла. Нужно выходить в следующий портал, как мне кажется. Сколько у нас там? Шестой, да? Шестой левел. Так, спокойно, спокойно. Вы что, ребята? Смотрите, что у меня для вас есть. Вот так вот. И вот так вот. Что начинается-то? Ух ты, лук какой-то выпал. Ну-ка. Финс файт. Классный, классный скин для лука. Так, хорошо, побежали дальше, побежали дальше. Вообще, сравним сейчас, да, у меня неоновый ниндзя не такой уж и большой, в принципе, но вот сейчас у меня есть вариант для сравнения, сравнения двух классов. Спасибо вам, конечно же, за ваши отзывы, ребята. У всех там, я смотрю, любимые свои классы. Я пока не знаю. Я пока не знаю, какой у меня будет любимый, но я хочу, естественно, попробовать все посмотреть со временем, соответственно. Так, это что такое? Кач очень быстро идет на этих левелах. Так, 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 я взял здесь, взял там. Хорошо, давайте я очищу сейчас себе место, чтобы не было ничего лишнего. Соответственно, заходим в лут-коллектор, складываем вот это, чтобы избавиться сразу. Можно вообще в сундук положить. То, что мне не нужно сейчас, да? Вот у меня здесь сундук стоит. В чест. Надо бы ресурсы скинуть. Ну, тогда я не буду просто знать, сколько их у меня вообще. Хотя они же будут и из сундука браться, правильно? То есть флакс будет браться из моего сундука, насколько я понимаю. Все вот эти ресурсы можно тупо скинуть туда. Оно мне абсолютно не нужно, насколько я понимаю, да? Только бомбочки вот оставить и так далее. Тентакли здесь, все прочее, прочее, прочее тоже убираем. Соответственно, у меня остается бомба и все, что я ношу с собой. Как бы интересно, давайте проверим. Давайте проверим это. Если я сейчас буду, например, Novice Crafting Bench. Да, да, все нормально. То есть в сундуке у меня все может складироваться. Зачем мне держать это все в инвентаре? Хватит уже дамажить. Давайте уходим в наш основной мир. Уходим в основной мир и посмотрим, что там будет происходить. Соответственно, идем в следующий портал. Так, 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 так. Это какой у нас портал? 6.7. Все, идем 6.7, там 8.9 и 10 уровень у нас уже будет Mastery. Черт подери. Крутяцкая, крутяцкая бумерангер работает в АУЕ. Очень понравилось. Очень понравилось, как это все выглядит. Ну, давайте посмотрим, что же будет дальше. Быстро у меня, кстати, сундук с ресурсами забился, елки-палки. Так, туда мы пока не идем, идем в маленькие данжики. Ну и попробуем, наверное, в соло, если фиол набьем, эпик. Эпик вещи, соответственно. Соответственно, попробуем взять большое подземелье уже в соло. Мне интересно, как он по прокачке в соло вообще класс. Я ищу
Тихо. Давайте рандомная обилочка. Бомбу зря поставил, конечно же. Она блоки не взрывает, правда, насколько я понимаю. Или взрывает. Надо проверить это. То есть, в принципе, мне тогда бомбы не нужно будет с собой брать, если у меня будет класс, который может бомбить. Так, спокойно. Где-то здесь вниз должен быть проход какой-то. Черт подери. Вниз или не вниз? Ух ты! Дырочка скрытая, посмотрите. Ну-ка, бомбу поставим, давайте проверим. Да, взрывает блоки, ребята, изи. Вообще, это такой класс по фарму. Ёлки-палки. Ай-яй-яй, мне очень нравится. Мне очень уже нравится. Так, а там что наверху? Где босс-то? Дайте мне портал в Босяцкого. Эй! Бомжи! Так, тихо, спокойно. Вот так вот, раз-два. Вот это да! Вот это да! Поехали. Заряжаем еще бомбу. Заряжаем, естественно, вторую сразу же, рандомную. Бумеранг юзаем. Так. Бумеранг юзаем. Так, хорошо. Хорошо, разрубили. Ну, как-то долго он бьет вот мечом. Единственное, что. Мичуганский какой классный, посмотрите. И лучецкий. Knockback, health. Я, наверное, с лука поиграю сейчас. Посмотрите, какой лук у нас. Тынч. Да, у него есть первый выстрел, второй и третий. Который, видите, заряжается медленно. Классный, мы уже красного такого демона собрали. Посмотрите, ребята. Ёлки-палки. Так, хорошо, пошли. Вот, седьмой у нас уровень получается, да. Так, выходим. Нам на выход, пожалуйста. Дайте нам выход, уважаемые сыры. Вот таким образом. Сделаем выход себе? Сделаем, конечно. Все, пошли дальше. Пошли дальше, посмотрим, что там у нас с большим боссом будет. Надеюсь, я прокачу... Ух ты, красота какая. Посмотрите, какое поместье целое здесь. Ну давай, давай, Босяцкий. Так, седьмой. Вот здесь сейчас все правильно указывается. Нам нужен десятый. Так, спокойно. Дамажим. Даем бомбу. Так, и АОЕ атака прошла, хорошо. И третий выстрел, ей реально важно попадать, ребята. Все, понял, бумеранг даем. Да, здесь уже не так просто. Но в мили, мне кажется, поудобнее будет рубить их. Хотя и так попадаю. Так, тихо, спокойно. Пойдемте к боссу, ребята. Пойдемте к боссу, наверное, я все-таки возьму сейчас себе. Там демейджа меньше, правда. Так, стоп. Спокойно, пацаны и девчонки. Так, бомба пошла. Хорошо, нормально. Отходим, бумеранг даем. Подпрыгиваем к нему и начинаем надамаживать. Надамаживаем, бумеранг даем, хорошо. И дамажим снова. Отлично! Cursed Wheel. Маску дали. Классную маску, кстати. Можно заменить. Так. Эпик у нас шестой. И шестой. Воу-воу, какое лицо. Черт подери, красота. Красота, где у меня красненькая? Мне нравится красненькая. Undead это не то. Neon City, Treasure Islands, Hidden... А, у меня она не переработана еще, естественно. Так, первое лицо у нас к максимальному здоровью. Все заделано, да? И у нас есть Head. Head Epic теперь, да? А и здесь лицо не очень. Так, Epic Head получается. У нас Attack Speed и 4 прыжка нам дает. Хорошо, пошли дальше. Все, бежим. И теперь нас ждет второй босс. Champion of the Doom. Только где он спрятался, этот второй босс, пока непонятно. Champion of the Doom. Где-то должен быть портал, скорее всего, да? Я ни разу в этом денже не был. В этом эпичном большом подземелье. Так, спокойно. Champion of the Doom. Где ты прячешься, Champion of the Doom? Портала я нигде к тебе не вижу. Вот это вот меня смущает. Ладно, давайте пробежимся немножко, посмотрим где. Так. Я, значит, убил на первом этаже пацана, правильно? Вот это кто такой? Неужели это ты тот самый Босяцкий? Даем бумеранг, так, хорошо. Хорошо. Бумеранг снова идет. Ух ты, какая корона там выпала. Так. Черт подери. Но это не тот, ребята. Может, мне все комнаты нужно зачистить сначала? Сколько всего? Сапог какой-то выпадает.
Epic Head. А, это сапог и есть. Посмотрите, какая корона. Blood Lord's Burden. What the fuck? Вообще такие крутые штуки падают. Атак спид 4 прыжка, зато movement speed максимум health. Давайте эту шапку мы и оставим, наверное. Ёлки-моталки. Класс. Красота. Так, хорошо. 4 комнаты, видимо, да? Здесь никого вот нет. Давайте дальше пробежимся. Давайте дальше пробежимся. Здесь какая-то кухня. Приготовление у вас, дорогие сыры. Так, уходим назад и смотрим, что там. Здесь на шипы ловушка, посмотрите. Прыгни, говорит. А вон и портал, ребята, да. Вот и портал открывается, соответственно, и мы пробегаем дальше. Ну, что-то мне кажется, нужно уже идти в другое подземелье. Ой, в другой мир, потому что здесь что-то экспириенс как-то медленно идет. Ну, давайте вниз пробежимся еще, посмотрим. Вниз пробежимся. Бумерангер интересный класс, интересный, тут нечего сказать. Тихо-тихо-тихо-тихо, ребята. Мне нужен чемпион, мне не нужны всякие бомжи типа вас. Так, хорошо, идем ниже, а ниже-то никуда не пройти, посмотрите-ка. Хотя в портал я вошел в этот, где-то здесь он есть, этот чемпион. Рядом там со мной не бегает, а то сейчас упущу момент. Так, я снизу пришел или... Так, здесь его тоже нет. Ну, елки-палки, вот это запутанная тема. Champion of the Doom. А вот ты где, сладенький, держи. Так, хорошо понеслась. Две бомбы поставлены, отлично. Птички у нас есть, птички дамажат. Так, хорошо, бумеранг пошел. И давайте, ауе, опа. Главное, чтобы не шлепнули. Так, хорошо. Хорошо, вот этого добиваем бумерангом. Отлично, и забираем. Ой, сколько вещей. Ёлки-палки. Эпик. Боу. Не очень лук. Это все переработаем, естественно. Черт подери, классно. Левел пока мы не дали. Но видите, в соло зачистили. Спокойно на своем уровне получается. Да, большое подземелье? Затачивать я ничего пока не буду. Ресурсы собираю, потом ресурсы складирую, естественно, куда мне нужно. Давайте сюда сразу же заглянем, чтобы не терять времени. Сколько там, 8-й, да, у нас? Ёлки-палки. Так, тихо. Даже здоровья бутыльков не нужно много тратить, по идее. Так, спокойно. Давай, рандомная билка. Нифига себе, рандомная бомба дамажит. Плюс еще вторая. Просто изи, ребята. Так, хорошо, еще давайте, набегайте. Отходим, даем бумеранг. И под АУЕ сейчас их под третий удар вот такой вот, опа, сделали. Даем еще бумеранг, хорошо, бумеранг восстанавливает на мобилочку, еще бумеранг восстанавливает способности, что ли? Прям так быстро? Офигеть просто. Еще куча лута, ребята. Что значит не умирать? Еще куча лута. Ничего такого, что могло бы нам сильно помочь. Давайте-ка перейдем обратно в портал. И посмотрим, что там у нас в следующем денжике есть. Так, хорошо, идем дальше. Так. Здесь что у нас? Adventure 6 и 7. Здесь у нас 8 или выше, да. Да, 8 или выше и, соответственно, 10. Все верно. То есть мне, по идее, нужно продолжать фармить 6-7. 6-7 фармим, значит, и дальше уже действуем по расписанию. Так. 6-7. Забираем дом здесь. Восполняем все, что нужно. И едем дальше. Переработаю сейчас в ресурсы. Ресурсы скину, которые мне не нужны. Так, где у нас здесь? Переработка. Переработочка пошла максимально эффективная. Все ресурсы я оставляю в доме. Так, хорошо. И вот здесь еще нужно переработать в коллекторе. Так, хорошо. Иду вот сюда. Складываю сюда руду, соответственно, все, что нашел. Бомбы крафтить пока лишние не буду. Забираю, соответственно, поушен. И двигаюсь дальше. Так. Куда бы нам двинуться? Давайте двинемся туда. Давайте подвигаемся туда, да. Побежали. 8-й уровень нужно брать. 8-й уровень сложно. Так. Прыжки есть, все хорошо. Так. Бежим. И вот там вон башня. Башня и еще одна босятня, ребята.
Ладно, хорошо. Сейчас эпиков бы повыбивать здесь, чтобы сразу же перейти на другой уровень. Вот у меня один эпик, лицо только есть, да? Эпик фейс. Так, а где, кстати? One Highlands. Такой вот демон получается. Черт подери. Ладно, идем вот сюда. Заберем там, тут. В общем, повсюду заберем боссов, которые здесь рядом есть. Так, спокойно. Спокойно, спокойно. Где у вас Босяцкий? Мне к Босяцкому, пожалуйста, проход. Где он? Где он? Так, не вижу пока. Чё за фигня? Не понял, портал ведет в тот же портал, что ли? Или что? Ох, запутанная тема. А нет, подождите. Интересные данжи, они такие запутанные постоянно. Да, портал ведет в другой портал на самом деле. То есть здесь вот нет прохода наверх, соответственно. Но есть проход к боссу, вот он, да. Все верно. Специально. Так, вот ты где, да? Трон у тебя здесь, говорят. Держи, лови. Так, спокойно, вот так вот. Даем рандомную обилочку, даем бумеранг, чтобы быстрее восстановить обилки. Хорошо. После двух обилок основных нужно юзать бумеранг, насколько я понимаю. Так, а где сундук? И сундук спаунится вот здесь. Так, хорошо. Так, и что у нас тут выдается нам? Epic Face, еще один лук. Attack Speed Jump, Maximum Health. Что за лук? Все равно медленно стреляет. Нам нужно, видимо, в скорость атаки будет. В скорость атаки работать, соответственно, с бумерангером. Потому что что-то пока как-то странно. Посмотрите, какие блоки здесь заставлены. Ладно, все, выходим отсюда, идем наверх. Идем наверх по кустам. Ой, путанный, путанный вот этот вот. А нет, вон там грибок есть. Тихо, спокойно. Ставим бомбу и спрыгиваем вниз. Как тебе такой вариант? Ага, поставил бомбу, спрыгнул вниз, конечно. Он сказал, неплохо. Неплохой у тебя вариант. Так, тихо. Ставим. Даем сюда рандомную бомбочку. Так, отлично. Отлично, отлично. Бумеранг пошел, хорошо. Еще одна бомба пошла. Еще одна бомба пошла, говорю. Бомба пошла, отлично. Отлично, отлично. Еще один бумеранг даем. Продолжаем надамаживать их. Рандомная бомба пошла, хорошо. Сейчас будет минус скоро, ребята. Прожимаю баночку. Держусь на нем плотно. Мне кажется, с мяча быстрее все это дело происходит. Так, тихо, бумеранг. И дамажим, дамажим сундук. Да, с мячом, мне кажется, побыстрее работается. На самом деле, в этом плане. Уходим, уходим в портал. И вот он, Босяцкий. Так, хорошо, бумеранг дали. Рандом прожали. Бомбочку ставим. Бомбочку ставим. Бумеранг даем. Хорошо, откат, откат пошел. Снова сейчас дадим бумеранг. Хорошо, хорошо, хорошо. Бомбочку ставим, рандом пошел. И снова бумеранг для отката. И еще одна бомбочка пошла. Нифига себе, он мощный, черт подери. Давай, 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 ты че, блин? Рандомная бомба пошла, хорошо. Еще один бумеранг пошел, еще одна бомба. Вот он жирный, елки-палки. Вот ты толстый какой. Вот это да. И императора нужно будет нам еще убить. В соло, ребята, проходится нормально прям. Так, типа... Соло проходится нормально. Так, дубиночка. Максимум health, no back. Ой-ой-ой-ой, наверное, меч оставлю. Хотя нет, с лука-то... Ну, с мечом как-то эффективнее получается, мне кажется. Я не знаю, может, мне просто кажется. Так, а здесь что? Что за портал? Куда ведет? Так, ну это туда же. Получается, все верно. Я выхожу сюда и потом иду к тому самому императору, да? А нет-нет-нет-нет, вон туда выйти нужно. Император где-то там находится. Стоп, я же видел. Я же видел здесь, не понял. Где император-то, ребята, ваш? Здесь где-то, не? Не вижу я императора и что-либо на него похожее. Вот это кто? Ну, это фигня какая-то. Правда, не дамажится что-то нифига. Это просто моб. Какой-то он так дамажится долго, мне кажется странным это. Ну-ка, давайте-ка его вальнем. Кто такой вообще? Чей пацан? Как-то долго его бить. Выпускает какие-то диски, подождите. Это ты император, что ли? Ёлки-моталки. Не может быть, нет. Да, это он, ёлки-палки.
А я думаю, какой-то, блин, странный. Восьмой левел у нас, да, уже? Да, восьмой левел. Можно еще там посмотреть. Так. Так, меч. Меч, голову с плеч, маска. Ух ты! Нравится такой меч. Атак спид. Мне бы к атак спиду, ребята, поиграть, да. Лазерманси. Там ненужный стат. Но к атак спиду нужно, ребята, поработать, мне кажется. Так, ушки какие-то. А что это у меня ушки какие-то стоят? Не понял. Где моя корона? Вот она. Так, хорошо. Хорошо, я понял. Возвращаемся. И идем сразу же в другой портал. Посмотрим, как там себя бумерангер почувствует. Так, класс довольно интересный. Но по динамике он значительно медленнее, чем неоновый ниндзя. Неоновый ниндзя, он такой быстрый, но... Быстрый, ловкий, но ватненький, правда. То есть, прокидывают очень сильно. Здесь, видите, рандомные скиллы есть всякие. Ну, хотя у меня еще не одет, наверное, неоновый ниндзя так, чтобы не прокидывали сильно. Нужно искать, постоянно фармить. Так, вот сюда. Давайте начнем с простого подземелья. С простого подземелья. И там уже посмотрим. Вот с этого, да. Прыгаем. Там еще вон киса какая-то. Что у меня по Magic Find накопилось? Magic Find, Magic Find. Ну, 250 Magic Find, ребята. Довольно приятная история. Так, тихо, спокойно. Что здесь можно взорвать? Где подземелье? Что-то пока никого не видно, ребята. Наверх показывает. Хорошо, давайте запрыгнем наверх. Там портал, скорее всего, да? На якоре, да. Сюда заходим. Ну, здравствуйте, сыры уважаемые. Денч. Нормально, нормально пока чувствуется. Бумеранг выпускается. Да, их много. Все хорошо, меня коцают. Но и АОЕ у меня хорошая от меча, ребята. Так, отлично. Отлично, маус 2. Закидываем, закидываем, ставим. Единичку ставим, рандомную бомбу. И... Снова маус 2. Ой, 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 да чё ты, ладно тебе. Все, минус, улетел. Так. И смотрите, ребята, сколько всего хорошего. Это что такое? Это так спит максимум хелс, хорошая шапка. Легендарный лук, кнокбэк, блин. Блин, не то. Не то, нужен меч, мне кажется. С лука пока непонятно. С лука пока непонятно. Давайте корабль зачистим или что там есть. Там вон есть еще подземелье. Мне кажется, справляется. Да, здесь нормальное, кстати, подземелье. А, справляется бумерангер. Как-то полегче, мне кажется, даже игра идет. Не знаю. Не знаю, пока непонятно. Стиль игры довольно интересен. Довольно приятен. Ставим бомбу. Посмотрите, просто в кучу всех собираешь и ауешишь. И все разлетаются, ребята, в огромном количестве. Очень быстро Magic Find можно набить. Насколько я понимаю, им так сундук выпадает. Хорошо, и теперь идем к боссу, к основному. Так, все, не надо меня замедлять. Пошли, 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 пошли. Проходим, проходим, проходим выше, проходим выше. Еще вот сюда вот запрыгиваем. И здесь, соответственно, начинаем надоваживать максимально эффективно. Всех, кого мы здесь видим. Давайте еще бомбочку. Бомбочку поставим. Изи просто, изи. Вещи выпадают постоянно. Давайте, проклятые черепа. Ну... Где еще? Все, что ли? А, ну пошли еще выше тогда. Это для нас не проблема. Надо выше, пойдем выше. Так, запрыгиваем. Вот так вот запрыгиваем. И здесь еще пиратский капитан. Хорошо, ставим ему. Activate Cursed Schools. Я уже активировал их, по-моему, не? Так, еще двоечка. Еще двоечка. Жмем просто, просто в мили стоим. Бумеранг даем. Хорошо, откат пошел. Еще единичка. Кружим вокруг него. Кружим, 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 кружим. Еще бумеранг дали. Бумеранг, видимо, мимо влетел. Черт подери. Продолжаем дамажить его. Держимся на нем плотно. Бумеранг... Ой-ой-ой, долго откатывается. Тихо, еще одна банка прожимаем. Черт подери, а вот здесь уже поджали, ребята. Видимо, попал я. Так. Ой-ой-ой, бумеранг, бумеранг. Двоечка, рандомная обилка. Фух. Вот это да. Вот это да. Забираем и убегаем отсюда нафиг. Убегаем отсюда нафиг, елки-палки. А что там в чести выпадает? Да ничего не выпало. Фуф, вот это ад. К скорости атаки забираем маску. Шапка легендарная. Шапка у нас какая? Что там у нас? Attack speed тоже...
Ничего не беру, ничего не беру, здесь мне ничего не нужно. Здесь все, в принципе, понятно. Ну что ж, дорогие друзья, вот такое вот у нас вышло приключение за Бумерангера, соответственно. Пишите свои комментарии по этому поводу, как вам класс вообще. Мне довольно приятно было за него играть. Я думаю, за любой класс, в принципе, приятно играть в этой игре. Главное вот понять саму суть, как оно работает. Мне очень понравилось, я считаю, что класс очень дамажащий в плане АОЕ. То есть это не сингл-таргет какой-то там минимальный, да, это реально АОЕ. И плюс ты можешь на себе держать большой пак мобов. Но это я чисто сравниваю с неоновым ниндзя, потому что он кажется настолько ватным, что просто пипец. Ну, не знаю, надо делать выводы, нужно поиграть побольше, соответственно, посмотреть, как это все работает. Вот, спасибо вам огромное в любом случае за просмотр, за ваши большие пальцы вверх. Мы с вами увидимся на следующем видео, либо онлайн-трансляции. Приходите, буду рад вас видеть. Пока.